Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил дать жизнь вот этой вот небольшой картине. У меня были остатки вот этого холста. Я уже его немножко подготовил. Ну и хочу вам показать, как это делается. Холст довольно-таки старый. Минимально, я так думаю, но минимум. Это лет 100, если не больше. Вся картина не сохранилась. Вот. И я вырезал кусок и решил сделать небольшую картину и спасти часть этого холста. Так что сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Я подготовил рамку, подрамник вернее. Вот сама рамка у меня. До рамки далеко. Разметил я холст, уже подготовил к натяжке. Видите, уже все отметил. И сейчас буду натягивать. Сейчас натянем холст на подрамник. Ну и покажу, как это все произошло. Сейчас для начала я немножко увлажню холст, чтобы сильно не повредить саму краску. И сейчас посмотрим. Сейчас она немножко пропитается. Ну и будем натягивать потихонечку. Так, друзья, вот вроде я натянул картину, хотя это оказалось не очень просто, по причине того, что холст очень старый. И получается, что его натягиваешь, он просто тупо рвется. И я его сильно, ну как, не тянул, но все равно он трескается. Пришлось вот так вот в некоторых местах, видите, как все получилось. Ну, это очень старый холст. Ладно, будем дальше. Сейчас его покрою я эту картину, все-таки думал. Покрою я эту картину матовым лаком. Ну, потом дальше будем что-то ломать. Вот, примеряем рамку, как это будет выглядеть. Вроде бы меня все устраивает. Ну, теперь сейчас подсушим холст и покрою картину я, пожалуй, матовым лаком. Потому что уж очень старая картина, чтобы она как бы немножко взялась так хорошо, чтобы не развалилась. Ладно, все, покрываем лаком. Ну и вот готовый результат. Оформил я картину в рамку. Вот так получилось. Вскрыл саму картину лаком. То есть видите, как картина хорошо проявилась, все очень четко видно, то есть получился очень хороший результат, как для меня. Ну и сзади хочу показать, как я тоже иногда оформляю, когда мне есть время. Я стараюсь оформить как бы так, чтобы было людям приятно, то есть кто получит эту картину. Посмотрите, как я оформляю ее сзади. То есть ничего лишнего, подрамник хорошо лежит, правильно лежит, нет перекосов, ничего. Вот в таком виде можно уже представлять картину людям. На этом, пожалуй, все. Мне, как всегда, помогает мой кот Миг. Кысь-кысь. Вот, видите, Мигуся тоже следит за этим процессом регулярно. По вопросам
покупки, например, этой картины или какой-нибудь другой, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готов что-то предоставить. Ну, на сегодняшний момент эта картина продается. Да? Всего хорошего. До свидания.